Сегодня мы приготовим кабачки на пару с помощью мультиварки Vitec VT4209. Для этого нам потребуется 3 кабачка, 1 красный болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 25 грамм имбиря, 2 чайные ложки меда, 3 столовые ложки оливкового масла и соль, перец. Кабачки необходимо помыть, очистить и нарезать крупными кусочками. Сложить нарезанные кабачки в лоток для готовки на пару. В чашу мультиварки налить 800 мл воды. На чашу поместить лоток вместе с кабачками. Включить мультиварку на режим варка овощи на 30 минут. Пока готовятся кабачки, нужно нарезать лук полукольцами, мелко нарубить чеснок и имбирь. Перец нарезать соломкой. По окончанию режима лоток с кабачками достать из мультиварки, из чаши слить воду, установить чашу обратно в мультиварку, налить на дно оливковое масло, включить режим жарка овощей на 15 минут. 2 минуты дать маслу прогреться, затем в чашу поместить нарезанный лук и оставить его на 3 минуты. Добавить перец, чеснок и имбирь. Закрыть крышкой, готовить до окончания режима. Когда режим окончится, в жареные овощи добавить мед, соль и перец. В чашу выложить готовые кабачки, перемешать и подавать к столу. Кабачки на пару готовы. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.